чувак с нами. Какой пациент? Значит, смотрите, ко мне обратился мой приятель Павел Куликовский. Я его знаю 20 лет. Он говорит, вот такая вот история. В парке строят таунхаусы. Я говорю, какие таунхаусы? Всем видно таунхаусы. Тодор, тебе видно? С этого все началось. Я приехал сюда, попробовал разобраться с ситуацией. Значит, де юре ситуация выглядит так. Если я где-то ошибусь, поправьте меня, пожалуйста. Вы все в курсе дела. Значит, несколько местных жителей подали в суд на неправомерность этой застройки, там коллектор, там парк, там туда-сюда. Суд вынес определение приморский ухвалу 14 серпня 2015 року, якому заборонив Тареєві Ірині Ігорівні, яка там являється де-факто строїтелем, ну, формально, та будь-яким іншим особам здійснювати забудову скверу імені парка Шклярука та забудову земельної ділянки, розташованої за адресою Фонтанська дорога, будинок 95-5, кадастровий номер, в тому числі здійснення нового будівництва на цій земельній ділянці на підставі містобудівних умов та 01.07.83 року видав управління архітектури та містобудування Одеси, ради ухвалення постанови суду у вказаних адміністративних справ та набрання в неї закону. Так, значить, після цього застройщик подав, як правильно це називається? Он подав в цей же суд какую-то жалобу о снятии обеспечения. В течение 5 дней, если бы местные жители не подали в апелляционный суд жалобу, то сейчас, извините, в один из ваших звонит, мне, наверное, не может найти место. Алло. Гимназическая 3. Ну я же уже объяснял. Здесь у меня ваши все сидят, я не могу сейчас объяснять. Гимназическая 3, это улица пересекается с Чкалова, параллельно Свердлова. Следующая улица после Свердлова в сторону Пушкинского. Между Осиповой, это, да. Между Осиповой, короче, гимназическая, параллельно Свердлова. Значит, у этого человека, застройщика, значит, апелляция была подана местными жителями в апелляционный суд. Судебное заседание не назначено, пока апелляционный суд не отменит эту ухвалу, она действует, то есть строить там по закону нельзя. Это к разговору Тодора о том, что мы договорились, не влазить туда, пусть они действуют по закону. По закону, вот согласно этим документам, он не может там строить, а он строит. Мы пришли туда один раз, увезли оттуда строительный вагончик. Мне позвонил Виталик, спросил, куда ты его тянешь, я его говорю, везу в Укроп, чтобы они там ничего не строили. Они тут же приехали в Укроп, там угрожали мне там всем на свете, и забрали свой вагончик, говорю, забирайте вагончик. Они его привезли на место, начали строить опять. Мы через неделю пришли, и там уже стоят стены. То есть человек просто строит, не дожидаясь никаких решений, никакого суда, а планирует все это построить, а потом узаконить. Мы разрушили стены один раз. На что... Застройщик никак не отреагировал, опять начал строить. Мы пришли туда еще раз неделю назад, опять разрушили стены. У него госакт на строительство частного дома прилегающих территорий. Он строит таунхаусы. На это у него никаких разрешений вообще, никаких документов нет. Если вот по закону. Просто он не может там это строить. Он должен, как минимум, если он строит там таунхаусы, по закону спросить разрешение у всех соседей. Ничего он этого не делал и не собирается. Значит, на суд со всех сторон оказывается воздействие. Также мы вызвали туда судебного исполнителя, который составил исполнительный акт о невыполнении решения суда. Это у меня есть на iPad этот акт о запрете, нарушении
решение суда, короче, все это существует. Плюс к этому всему, застройщик россиянин, просто с московской пропиской. То есть вот так это выглядит де юре. Де-факто это выглядит так. Эта земля получена с помощью судебного решения еще Луначенко, еще в 2005-2007 году. И по этой земле уже много-много разборок. И вот сейчас, так как Луначенко продал эти земли, не знаю, вы мне задаете вопрос, как эти дома там стоят. Я не знаю, как они там стоят, как они там построились до того как. Но до этого мы не занимались общественной деятельностью, не пытались вообще что-то менять в этой стране. Но если и так дальше будет продолжаться, зачем мы ей занимаемся? Если россиянин может просто украденную землю в парке построить, наплевать на всех, а он же построил точно такой дом, бригадная 4. Точно так, протестовали местные жители, тоже без всяких разрешений, насколько я понимаю, он там все построил и плюнул. Пятиэтажный дом уже там стоит. То же самое планирую сделать в этом парке. Вот и все. Теперь, если есть какие-то вопросы, кто-то хочет высказаться. Так, секундочку. Теперь давайте я расскажу вам. Я замкомандира самообороны Майдана Одесса. Я расскажу, почему нас привлек внимание именно эта проблема. Значит, смотрите, к нам обратились люди, мы не знали, какие, что это люди, сказали, что у них есть документы на землю, и они хотят построить дом, а им там мешают. Честно говоря, мы не собирались даже вмешиваться, потому что это хозяйственные отношения там. Хотят построить гражданские отношения, не хотят построить. Это, в общем-то, есть суд, все решают. Но тут, к сожалению, как черт из табакерки, появился Плаксиенко. Извините за такое сравнение. И Плаксиенко, если бы он был сам по себе, это, в общем-то, для нас ничего. Но он прикрывается именем самообороны. И он приехал туда и сказал, самооборона, мы почему отреагировали? Сказали, что тут приедет самооборона и технику сожжет, и здесь вас на всех посносит. Поэтому мы сказали, так, секундочку, если кто-то называется самооборона, то мы хотим узнать, кто это. Ну, понятно, что сразу узнали, кто это. Я как раз объясняю, я хочу, чтобы были, потому что я хочу обратиться именно к членам Координационного совета. Именно к организации, которая мы в самом начале вместе, и объяснить ту ситуацию фактовую, которая сейчас складывается между нашей самообороной и организацией, которая возглавляет Плаксиенко. Не надо такой организации, давай так. Смотри, подожди, я тебя спрашиваю. Я же не обзываю вас организацией и табакерки, чёрт, табакерки. Я тебя сказал, я сказал, извини за такое сравнение. Ты же выскочил, действительно, ты везде выскакиваешь. Еще, к сожалению, когда, ну честно говоришь, что вот я на этом зарабатываю деньги, да, ты вот по Королеву 56, ты говоришь, что ты получал за это деньги. Мы денег не получаем ни за что. Поэтому я хочу обратиться к членам Координационного совета. Ситуация очень нехорошая. Существует одна организация самообороны Майдана, которая возникла в определенные условия. И вы знаете, какие и что этому предшествовало. Она защищала людей на Майдане. В Одессе точно такая же организация возникла в таких же условиях, защищая Майдан. И она образовалась, и мы, в общем-то, я считаю, с честью выполнили свою долю, свое задание 2 мая, отстояв Одессу. Никакой другой самообороны в Одессе не было. Они стали появляться после того, когда мы победили в революции. Поэтому вот та ситуация мы терпели очень долго. Мы объясняли, что нельзя называться самообороной только для своего интереса. А я считаю, что это лично воспользуется брендом самообороны. Я назвался самообороной и буду выполнять какие-то заказы. Мы встретились с Денисом, поговорили. Ну, до этого мы не раз встречались и просили, не надо этого делать. Сейчас ситуация у нас в организации очень напряженная, потому что некоторые предлагают радикально решать этот вопрос. Мы встречались вот конкретно по парку, я сейчас вернусь к парку. Мы встречались конкретно по парку с Денисом. Я говорю, Денис, давай приведи людей с одной стороны, с другой стороны, и мы поговорим. Потому что, извините, время, нельзя постоянно махать дубинками, там, сжигать технику, все, но люди боятся. Ситуация и так сложная в стране. Есть суд. Давайте в суде эти вопросы решим. Давайте я расскажу. Послушайте, я знаю, какие наши суды. Я знаю, что они продажные.
Я знаю, что это такое, и мы точно так же вместе с вами там был, да, вот было, хотел нам диван там строить. Да, мы тоже там. Мы там же сами были и перекрывали дорогу вместе с нами, все совершенно верно. Я прошу помню, да, я все помню. Я помню вас. Я прекрасно помню. Мы не только за диван выходим из-за дивана. Совершенно верно. Послушайте, я просто вам еще раз говорю, послушайте, есть. Послушайте, нельзя. Вот даже по Королеву 56, когда мы могли приехать, и Денис защищал, там строительство было, незаконное строительство, и Денис защищал их, мы могли точно так же приехать и все разрушить. Но мы это все перевели в русло суда и им запретили это делать. Поэтому я предложил, давайте, чтобы не было никаких столкновений, никаких твоих ребят, с нашей стороны самообороны тоже не будет вообще. Есть два человека, которые в суде должны решать. Есть общественность, которая против этого. Но это все можно решить в суде, вы понимаете? Ну нельзя... уже строится, вы понимаете, уже не остановился. Нерегулированная зона. Я знаю. Но там, я знаю, что для этого, я знаю, в чем там проблема. Те участки, которые до этого были проданы так же само городским советом. Нет, и... нет, судом. Секундочку. Я говорю раньше, которые построили, там есть часть домов, которые построили еще раньше. Это вы знаете, кому эти участки были даны? Это горсовет выделил. Нет, а да, в прокуратуре СБУ. А здесь, совершенно верно, а здесь было решение суда, что неправомерно, я считаю. У них мало того, если зайти в реестр, то это частная собственность, предназначена для постройки жилого помещения. То есть реестр, нет, да, вот представляете, они это сделают. И это делать неправильно. Неправильно, я полностью вас... Но я их не поддерживаю. У меня вообще, поверьте, к вам вообще никаких вопросов. У меня есть вопрос конкретно к Денису Коксенту. О том, что он туда приходит и физически сносит это вот. Мало того, это говорится везде, по СМИ. Это говорит, что это делает самооборона. Самооборона на сегодняшний день есть одна. Это самооборона Майдана. Все остальное, извините, это просто люди, которые назвали самооборону. А почему в СМИ не говорится, что сепаратист там нестабилизацию делает? Я этот вопрос не трогаю. У меня конкретно вопрос по координационному совету Денису. Я просто еще раз прошу вас, чтобы это все... А вас наш вопрос не интересует. Да, вы не понимаете. Я говорю, ребят, слушайте, давайте, мы не отставим никого.